Ульяновск скорбит со всей страной. С раннего утра ульяновцы несут цветы к памятнику Дмитрия Разумовского, ставшего в городе местом публичной скорби по жертвам теракта, что достаточно символично. Герой России Дмитрий Разумовский отдал свою жизнь за спасение невинных жертв трагедии в Беслане почти 20 лет назад. В соцсетях прочитали, где мемориал. Приехали. Соболезнования всем родным погибших. Пусть держатся. Ужасная трагедия, которая случилась накануне вечером 22 марта, потрясла всех. Теракт в Крокус-Сити-Холл произошел около 20:00, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Вооруженные автоматами люди в камуфляжах ворвались в здание. Они беспорядочно стреляли по всем в упор. Затем они ворвались в концертный зал, заполненный зрителями, и продолжили стрельбу. Позже в здании вспыхнул пожар, который осложнил обстановку. К тушению огня привлекали авиацию. На сегодня число погибших при теракте в Крокус-Сити-Холле возросло до 115 человек, сообщает Следственный комитет в телеграм-канале. Ужаснейший теракт. Всю ночь не спали, переживали. И просто... Священные праздники, пост, великие мусульман и христиан, такие вещи происходят. Не должно это происходить. Должны быть наказаны виновные и со всей строгостью наказаны. Губернатор Алексей Русских выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. После проведения срочного заседания областной антитеррористической комиссии для выработки мер по повышению безопасности в регионе, он возложил цветы к памятнику. Скорбим с семьями погибших. То, что происходит, конечно, это в голове не укладывается, что и дети, и взрослые погибают. У меня у самого дети в Москве находятся. Вот. И понимаем, что живем, ну, как-то неспокойно имеем. Сейчас нужно всем сплотиться, поддержать друг друга, ну, конечно, и пережить вот эту трагедию. Поэтому соболезнования всем семьям погибших. И надеемся, что, конечно, такого больше не повторится. Ветераны боевых действий тоже пришли к памятнику Дмитрия Разумовского почтить память погибших во время зверского теракта. Мы хотим выйти с предложением в законодательные органы для того, чтобы решить вопрос с наказанием вот этих вот террористов и не применять к ним пожизненное заключение, а только смертные казни. Они достойны этого, и мы будем за это и голосовать, и просить, и выходить с предложениями на все законодательные органы. Одними из первых предложили свою помощь волонтеры. Сегодня таких людей, неравнодушных к чужой беде, только в Ульяновске насчитывается 36 тысяч человек. Когда мы узнали об этой ситуации, мы сразу собрали, то есть, волонтеров, которые хотят почтить память. И как раз-таки тем самым мы сейчас будем помогать, участвовать в сборе денежных средств. И сейчас Ксения Разуваева, это Росмолодежь, она сейчас объявила о сборе помощи семьям погибших. Вот, поэтому мы все включаемся. Волонтеры – это общая история. Это мы готовы помогать всем. В Ульяновской области отменены все массовые и развлекательные мероприятия. Введены повышенные меры безопасности на вокзалах и в аэропортах. Губернатор поручил усилить охрану мест скопления людей патрулями полиции, в том числе с привлечением общественности. Во всех храмах Симбирской митрополии молятся о погибших и пострадавших в результате теракта. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Управда ТВ.